Так, не усилители обладают более длительным действием. Научитесь лучше торговаться ценами в магазине ниже 10%. Ниже на 10%, что это я несу. Научитесь лучше собирать предметы, создавайте больше предметов из тех... Так, использование чертежей позволяет создать больше предметов из тех же материалов, например, 5 сюрикенов вместо 3. Берем. Конечно же, берем. Здесь у нас... Как можно... Ясно. Громко. Ловушки в машинах. Пока что не нужно. Классные, однако, здесь навыки, но очень долго их изучать, заметьте. Как видите, здесь в основном нужно просто достичь какой-то уровень, какого-то уровня. Здесь очень мало у нас открыто, точнее у меня. Так, хорошо. Посмотрим, в общем. Wait, you what? Fucking hell, Raheem, that was my job! Oh, right, because you're more qualified to handle explosives than I am. You're just a goddamn tourist. But listen, we messed up. Messed up bad. All right, what happened? Where are you? We're on the overpass, and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Oh, behind you! Behind you! Raheem! Raheem! Так, а за что? No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. What? Fuck! Where'd they get the explosives? Well, I... Look, I stole them from Rise. Oh, Jesus, oh, Jesus Christ! I'm close. I'll get him to safety, Brecken. You damn well better. You save him, hear me? You save him so I can kick his fucking ass. Does Jake know about this? No, she doesn't. For God's sake, don't tell her. She'll go out looking. And I don't need her getting herself killed too. God damn it! Такие вот ребятки. Свидание, бляха-муха. Ладно, гнали. Погнали. Так, нас спалили. Да отвали ты, бляха ты. Бляха-муха, что ж такое-то, блин? Сколько ж можно тоже, а? Все, они вроде отстали. Ладно. Бежим вперед. У нас чуваки сумасшедшие. Пошли взрывчатку. Взрывать. Так, а за что нам дают, как бы, вот эти вот? Вот, нам плюс... Бляха ты, плюс 15 дали. Короче, я понял. Будем бегать, прыгать. Так, я так понимаю, нам куда-то туда наверх. Он вроде что-то про вагоны говорил. Или я ошибаюсь? Ладно, значит, что делаем? Что мы делаем? Там надо забраться как-то. Я помню это место. Здесь мы открывали. Точнее, делали нашу первую световую ловушку. Ну, приводили ее в активность. Того. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так. Не понял, а как же тут забраться-то? Ладно. Здесь не вариант.
Тогда вон туда пойдем. Там как раз мост. Нам, наверное, сюда. Давайте сделаем это побыстрее. Так, нас спалил какой-то монстр. Зомби, в смысле. По-моему, это быстробегающий. Паркурщик хренов. Есть. Нет, не тот. Я его не знаю. Ну, может быть, это он? Тут уже не... О! Вот это, наверное, знакомый. Нет? Нет, это не знакомый тоже. Может, этот? Дыхание вообще на одно лицо, по-моему. Так, хорошо, ищем дальше. Благо, здесь машина огорожена. О, вот это, наверное, знакомый. Нет? Нет, тоже. А, это его друган. Бляхмух, далеко бежать. Хотя не очень. Ну ладно, выживет так выживет. Мы заставим жить этого засранца. Хорошо. Так, как бы здесь спрыгнуть-то? Не ушибусь ли я? Ух ты, ёб твою, думал, вниз уже полечу сейчас. Так, хорошо, вот здесь наверняка есть. Давай, есть. О, какой крутой-то, а? Да. Немного крутой. До свидания. Ёб твою, активировались монстры. Бляха ты муха. Тут еще закрыто. Ладно, здесь, пожалуй. Тут, кстати, давайте осмотрим заодно сундук. Так. Можно будет магазинчики продать. Бежим вперед. Только вперед. Ни шагу назад. Ну, если там что-нибудь полезное будет сзади. Конечно же, вернемся за этим. Заходим. Блин, новая локация, однако. Found Omar's body on the overpass. Raheem must have gotten away. Так. Все ясно, где он. Так, а у нас же есть коктейль Молотова. Давайте сделаем сначала вот. Нет, нет, нет. Бляха ты муха. Как отменить? А, ну ладно. Горите! Обалдеть. Блин, надеюсь... Туда давай, в огонь. Сука, кто там? А, это этот сумасшедший. Нет? И, а, нет, он обычный. О, все! Нам дали очку навыка. Сейчас мы все тут осмотрим по-быстренькому. Они обгоревшие, здорово. Так. И вот этот еще. Все. Смотрим. Ну как ты там? Блин. Блевун вонючий. Идет сюрикенами удолбить, наверное. Все, нет. Ляхму здоровье убавляется. Ха-ха. Чё, не ожидал? Ты против кого пошел? Ты против меня. Надо было подготовиться получше. Не только круто выпрыгнуть, но и круто поступить. Понятно. Как всегда, все испортил.
protect myself. It's not fun. Just plant the bombs. Надеюсь, тебя не покусали. Так, правильно, закрыл, чтобы ему зомбари к нему не дошли. Рахим, can you hear me? Where the fuck am I going with these things? There's a sewer entrance here in the terminal, near the west wall. Use that tunnel. It'll take you straight to the hive. Блин. Я туда пошел-то. Сказали в туннель вроде, да. Вроде мы на том, на нужном уровне. Как всегда, по говну по какому-то плывем. Сам по дерьму не захотел плавать, вот и послал нас. Ну, я, конечно, понимаю, что у него ноги там и прочее. Тут ничего не видно. Так. Ага, вот оно что. Сюда, что ли, я не пойму, или что? Окей, я back on the surface. Пипец какой-то, их тут зомбари еще. Уйдите, твари. Бляха, ты мог еще эти быстрые твари. Да умри, да сдохни. Бляха. На. Конец-то, блин. Так, сейчас по-бору здесь глянем. Надеюсь, за мной не полезут. Блин, бомба-то тика, чё это я? Все, нафиг. Ну, по сути дела, должны были успеть. Так, наверх, по-моему. Я надеюсь. Так. Блин. В задницу, блин. Быстро, 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 наверх. Так, мы на нужном уровне вроде бы. Так, так, так. Бляха, ты скотина, уйди. Быстро, куда, куда? Ставь, пожалуйста. Так и знал. Пипец. Да уйдите вы, твари! Быстро, 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 20 секунд осталось. Я даже не успевал смотреть, что он там мне говорил. Читать, точнее, не успевал. Это не до чтения было, блин. Сам знаешь уже, что в такой ситуации делать. Ого! Ёб твою. На меня-то не упадет. Так, ну я понимаю, только так надо, наверное, да? Назад. Хотя можно было через... Там, помните, у нас же не только через этот... Не только через люк можно войти к нему. Блин, помещение-то затапливается. Офигеть, нахрена сюда пошел. Обалдеть. Как бы не сдохнуть-то. Ну, не сдохнем, вот уже выйдет. Блин, Рахим не отозвался. Ну, по сути, написано отведите Рахима назад в башню, значит, с ним все хорошо. Но обычно в фильмах, когда герои довольны, давай, Рахи, пошли скорее, все, нам пора идти. А его уже сожрали, наверное. Ну или еще что-нибудь. Так. Ладно, сейчас глянем, что тут у нас. Нет. Стоп. Что я подобрал? Ну ладно, продадим. Так, ну что, погнали. О, его же здесь нет. Слышите, музыка какая играет?
О, ну все ясно, что с ним. Паркур. Ясно. Ну я же говорил, что у него это укус. Брекен. Рахим. Рахим is dead. Fuck. Get back here. And don't say a word to Jade. Not yet. Да не буду я говорить, конечно. Она по-любому все узнает. Ну как еще-то? Че, мы не будем говорить ему что? Да это все я продавать буду. Ну ладно, пофиг. Открываем. Погнали отсюда. Да, вот так вот. Рахим's dead. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. I don't know what the hell. Нам в башню, да, я так понимаю? Или куда? Да, башня. Побежали. Будем сейчас паркурить. Чтобы добиться. Плюс 22 дали, прыжок. Ну-ка, опа. Ладно, не будем. За обычные прыжки нам ничего, конечно, не дают. Здесь перепрыгнули. А, нам тоже ничего тут не дают. Ну хорошо, будем. Плюс 7, плюс 15. Здорово. Понятно теперь. Как можно очку навыка получить по-бырому. Уровень, точнее, свой повысить. Блин, уже закат, кстати. Ну-ка. Нашку нам дали. Блин, лаги какие-то у меня пошли непонятные. Обычно под 60 FPS, а тут что-то как-то странно. Блин, реально, что за лаги? Так. Хм, ну ладно. Не знаю, что за фигня. Вау, полегче. А здоровье-то у нас восстановилось, по-моему. Да, сука, уйди. Блин, эти мелкие уроды. Точнее, быстрые. Ага, не успели. Блин, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. По-бурому еще добежим, добежим. Ну, можно их, в принципе, и загасить. При этом получим новую к опыту единицы. Прибавки немного. Прибавку к опыту. Единицам опыта. Опа. Опасно было. Блин, башку ударился об камень. Оп, чё там? Чё как? Ага, всё ясно. Ладно, давай я тебе так помогу сейчас. Всё, дальше сам, наверное, справишься. Да, надеюсь, сам. Ладно, погнали. Так. Перед этим заходим в магазинчик. Сейчас тебе кое-что продать хочу. Надо вот это продать, вот это и вот это. Дальше. Что-то у нас вот это. Так. Продать все, конечно же. Взрыв-пакет у нас нормально. Ткань бегуна. Здорово. Так, по чертежам у нас что есть? Аптечка. Сделаем, конечно же. Отмычки. Можно сделать еще одну. Да, в принципе, не особо нужно. Взрыв-пакеты. Нужны домашние припасы. А что, как? Что у них узнать-то о них можно? Шокер, оружие. Так. Сейчас кое-что у тебя прикуплю. Смотрю. Что-то там называется это как-то. В пакеты. Да, у него ни хрена нету. Так, аэрозоли. В общем, это все нужно искать где-то там, наверное. Там где-то. В городе, в общем. Что тут продать-то можно из оружия? Да пока ничего.
Голос, кстати, начал меняться опять со звуком. Но хотя бы не так, как в тот раз. Ну ладно, сейчас, наверное, будет. Брэкен. How did he die? It was too late. He turned. I had no choice. Бардон. My friend too. He was the best one I had here. I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God. Maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. I don't know. Jade! Wait! Jade, goddammit! Just give her time. She needs to grieve. Sam!